с облаков сюда. Так, мне нужна доска. Доска Microsoft. Кстати, доска ушла куда-то, черт его знает. Так, ну-ка. Какое содержимое доски? Мне нужна сама доска. Она мне пишет, нажмите кнопку «Поделиться», чтобы пригласить других пользователей. Слово «поделиться». А где это «поделиться»-то? Такого слова нет. Так. Так, что-то с доской. Какие-то проблемы. Так, ну-ка. Инструментов рукописного ввода, чтобы... Так, сейчас. Так, ребят, включение не заканчивается. Не чувствуется, так начинается. Так, я хочу доску. Доски нет. Shift, что это? Так, я сейчас так. Значит, я вот это закрываю сейчас и попытаюсь еще раз открыть доску. Так, ну-ка. О, нет. Создать доску. Давай создать доску. О, так, создать. Так, ну, сейчас все. Так, доску видно вам? Нет. Вы еще даже не начали демонстрацию. А сейчас, секундочку. Сейчас мы тут что-нибудь придумаем. Так, уже доска у меня появилась. Так, тогда, значит, я должен вот так. Так, так. Так, так. И вот теперь я доску выставляю. Вот сейчас видна доска? Да. О, все, мы победили. Звук есть, изображение есть. Мы начинаем лекцию. Итак, значит, мы на прошлой лекции в конце говорили о понятии первообразной для функции f от x, которая находится в классе кусочно-непрерывных функций. Значит, понятие первообразной для функции непрерывной вообще, просто непрерывной, было в самом начале, когда мы стали говорить о первообразных, мы сразу сказали, что вот некая функция f от x есть на непрерывной на отрезке AB. Если в каждой точке этого отрезка производная функция равна самой f малой от x, то тогда она называется первообразной функцией. Вот такое было, так сказать, у нас разговор в самом начале. А сейчас мы подвинулись на то, что хотим определить понятие первообразной для функции кусочно-непрерывной. То есть обобщить это понятие. Значит, g от x, значит, первообразная. Видно, что пишу? Да. Да. Первообразная кусочно-непрерывная. Вот эти слова здесь главные. Кусочно-непрерывный.
кусочно-непрерывной функции f от x маленькая, да? Значит, если существует такое разбиение отрезка АВ, да? Разбиение отрезка АВ, да? Вот. Ну, а разбиение осуществляется, как вы помните, точками, да? Вот отрезок АВ, а вот какая-то точка x1, там x2, ну, что-нибудь таком, xn минус 1. Для xn и для x0 как бы заготовлены начало и конец этого интервала. Существует такое разбиение, для которого собственно выполняются два условия. Первое условие. G от x непрерывно на АВ. То есть во всех точках отрезка АВ сама функция g от x непрерывна. Вот второе происходит, значит, в разбиении этого отрезка, значит, присутствует тот отрезок xi, xi плюс 1, и xi минус 1, xi, допустим, так мы его написали, или там k, или что-нибудь в таком духе. Вот. Эти отрезки, на них функция непрерывна. Функция f от x непрерывна, и поэтому производная, существует производная функция g от x, и она равна f от x для x, для всех x на интервале x, ну я так обозначал, xi минус 1, xi. То есть каждый вот интервальчик, здесь i равняется единице, даже тут с нуля вроде начинается, да? Если я x и плюс 1, значит 0, значит, первый отрезок 0, 1 и так далее до n минус 1. Вот во всех точках интервалов она... А вот что происходит у нее на концах интервалов? На концах интервалов здесь существует производная... Существует производная g' в точке x и t плюс 0. И существует производная функции g в точке x и минус 0. То есть справа и слева производные существуют. Вот. Но они, возможно, разные. То есть в самой точке x и t, вот в этих точках, где происходит разрыв, у функции происходит разрыв и у производной этой функции. То есть такая вот функция, которая здесь нарисована, она еще называется кусочно-гладкой. Кусочно-гладкая функция. G. Вот такое небольшое обобщение понятия первообразной дает нам возможность сказать, что собственно, мы и установили, что функция f большое от x равна интервалу, интегралу от a до x вот этой самой f от t dt, была первообразной, это мы с вами установили, это первообразная кусочно-непрерывной функции. Первообразная кусочно-непрерывная функция. Непрерывной функции f от x. Вот. Интеграл с переменным верхним пределом. Мы доказали, что она непрерывная, эта функция. И доказали, что производная в каждой внутренней точке, там, где функция f от x непрерывна, существует и равна f от x. Это мы первое условие сказали. И вот r существует пределы справа-слева у функции f, а f является производной функции g. То есть существует производная справа-слева производные функции
f большое. То есть она является по этому определению первообразной функцией. Самое интересное состоит в том, что функция g, потеряв, сейчас я сдвинусь, функция g, потеряв производную в самих точках разрыва функции f маленькая, да, она все же осталась непрерывной. Вот, поэтому легко установить, что на каждом отрезке, так, сейчас я, вот, для любого вот отрезка x и t, x и плюс первое, вот, разность двух первообразных g1 от x и g2 от x. Это первообразные две. Отсюда следует, что g1 от x минус g2 от x есть констант. Но вообще на каждом отрезке. Но вообще говоря, может так случиться, что эта константа зависит от y. То есть она для каждого отрезка своя. То, что разность двух первообразных есть константа, мы доказывали с вами чуть не на первой лекции. Теорема называлась теорема о структуре множества первообразных. Ведь на каждом отрезке xi, xi плюс 1 функция просто непрерывна. Функция малая от x непрерывна. Значит, у нее есть первообразные. Мы доказали, что любые две первообразные отличаются на константу. Но все дело в том, что здесь отрезков разбиению стало несколько. И вообще говоря, из той теоремы, которую мы доказали, следует, что разность двух первообразных, суженные на каждый из этих отрезков, это есть констант. Ну, вообще говоря, может быть своя. Вот. Но не тут-то было. Вот все константы одинаковые. Действительно, вот давайте я возьму функцию g маленькая от x, равную вот этой разности g1 от x и g2 от x, любые произвольные первообразные этой функции. Вот взял такую функцию, и как функция устроена? Давай посмотрим, как такая функция может быть устроена. Вот я беру, ну, допустим, отрезок xi минус 1, xi, ну, еще один xi плюс 1. Два соседних отрезка. Значит, с одной стороны, на этом отрезке есть своя константа ci минус 1. Разность. Она должна быть константной на отрезке. А вот если мы предположим, что она на другом отрезке, соседнем, другая, ci-t, да, другая это константа, то получается, что в точке xi-t у нас произошел разрыв. Вот он, разрыв. И этого быть не должно. Поскольку эта функция была первообразной, значит, была непрерывна на отрезке АВ. Это непрерывно. Во всех точках отрезка. АВ даже, значит, конечно, во всех точках, всех промежуточных отрезков. Да? Это тоже непрерывно. Разность двух непрерывных функций. Функция непрерывная. Вот, поэтому вот этого быть не может. Это разрывная функция. То, что я написал. Разрывная. В точке x равняется x и t. Да? Разрыв первого рода. Скачок. Правильно? А этого не должно быть. А когда этого не будет? Только тогда, когда ci минус 1 равняется ci. То есть, другими словами, вот эта константа ci не зависит от i, это просто c. Вот замечание, которое мы перенесли с функции непрерывных, f от x непрерывных, на первообразные кусочно непрерывные функции, оно сохранило
вот эту теорему. Разность двух любых первообразных, даже для кусочной непрерывной функции, все равно разность между ними константа. Вот это будет вам очень важно в доказательстве следующей теоремы, которая вам хорошо, конечно, известна. Она просто называется формула. Формула Ньютона-Лейбница. Формула Ньютона-Лейбница. Формула Ньютона-Лейбница. Это тоже некая теорема, да, но теорема сформулирована в виде формулы. Что же у нас, что говорит эта самая теорема? Значит, она просто-напросто устанавливает нам формулу для вычисления интегралов. Определенных интегралов. Сейчас я должен посмотреть обозначение, которое я дал. Ну хорошо. Давайте эту теорему, значит, пусть f от x кусочно непрерывная функция на отрезки АВ. Это дано. Дальше. Следующее. G от X. Любая ее первообразная. Вот именно в понимании вот этого определения, которое мы только что вспомнили. Да? Первообразная. Тогда при этих условиях, тогда имеет место равенство, которое называется, собственно, формула Ньютона-Лейбница. Значит, интеграл от f от x dx, он существует, поскольку мы доказали с вами, что для кусочной непрерывной функции тоже интеграл существует. Вот. И этот интеграл вычисляется по незамысловатой формуле. Значит, надо взять эту первообразную, любую, да, в точке b, и вычесть из нее значение этой же первообразной в точке А. Это еще пишут иногда так. G от X, потом ставят вертикальную черту. Здесь пишут А, Б. Это ровно означает вот эту разность двух. Вот такая штука. Почему я говорил, что с формулой Ньютона-Лейбница вы встречались много раз? Да по той простой причине, что в школе эта формула является определением самого интеграла Риммана. Вот интегралом Риммана равно разность значения первообразной точки. Никаких понятий интегральной суммы, предела интегральных сумм, то есть сути, собственно, понятия интеграла Риммана здесь отсутствует. Ну, это можно понять, потому что заниматься там вот интегральными суммами, там суммами Дарбу, там верхней, нижней и так далее, конечно, в школе места этому не находится. Ну вот и пропадает вместе с ним, собственно, вся суть определенного интеграла. Ну, доказательство этой формулы, оно достаточно простейшее. Давайте сейчас я сдвинусь вот здесь, и мне хватит места, чтобы ее доказать. Давайте докажем эту формулу. Ну, значит, начнем мы с интеграла с переменным верхним пределом. Значит, f от x, который есть вот интеграл от a до x. Давайте t будем использовать. Мы так и делали. Значит, f от t dt. Значит, эта функция, интеграл с переменным верхним, является, вот мы здесь написали, является первообразной для функции f от t. И поэтому она отличается на константу от той первообразной, которая у нас содержится вот в теореме, в условии теоремы. Значит, это мы доказали, что это первообразная.
А это тоже первообразное. А разность этих двух первообразных должна быть константой. Вот. Значит, теперь мы в это равенство подставим и x, x равно a. В это равенство поставим x равняется a. Вот в это равенство. Значит, что получится? Значит, f от a. Ну, f от a это, конечно, 0, правда? Потому что это интеграл от a до a, да? А здесь стоит g от a и плюс c. Ну, отсюда мы имеем, что c есть минус g от a. Вот. И, значит, подставляем сюда эту константу c равную минус g от a, а потом подставляем формулу x равно b. И что тогда будет? F от b есть интеграл от a до b. F от t dt, да? Может быть, здесь написано f от x dx. Это уже буква и переменное интегрирование, ничего более, да, поэтому буква может быть любой, да. Я даже подчеркну это тем, что напишу это интеграл, это f от x dx. А мог бы f от u du, и все было бы одно и то же. Вот. И подставляю, значит, это значение g вместо x подставляю b сюда, и плюс c, а c у нас минус g от a. Собственно, на этом доказательство и заканчивается. Мы вот установили, что интеграл равен разности значений первообразной в этих точках. Вот и все. Так, теперь давайте посмотрим, как эта формула интегрирования, формула Ньютона-Лейбница позволяет вспомнить нам такие коренные формулы, из которых использовались в неопределенном интеграле, это формулы интегрирования по частям и, соответственно, замена переменной. Формула замены переменной. Вот, значит, мы пишем формула интегрирования по частям в интеграле Риммана или в определенном интеграле, все равно интеграле Риммана. О чем говорит эта формула или теорема? Значит, она говорит о том, что берем любые абсолютно функции u от x и v от x, x на отрезке AB. Эти функции, скажем. Ну, скажем, что они сами непрерывны, или кусочно непрерывны. Значит, u от x и v от x кусочно непрерывны. Непрерывные. И что еще скажем? Скажем, что их производные u от x и v от x тоже кусочно непрерывно. Непрерывно. Вот, это что дано? Тогда, говорит формула, тогда, значит, интеграл, который мы считаем от a до b, функция u от x умножить на v штрих от x dx равняется внеинтегральному члену, который есть просто произведение u от x на v от x подстановки от a до b. Это в этом члене не содержится никакого интегрирования, вот, поэтому здесь все спокойно. Значит, и минус интеграл от a до b наоборот, то есть, когда стоит v от x, здесь стоит u' от x, а здесь dx. Вот, собственно, эта формула тоже для при отсутствии a и b тоже хорошо вам
знакомы уже по неопределенным интегралам, да? Она имеет вот такую особенность. Она один интеграл сводит к вычислению другого интеграла, и больше ничего. Еще неизвестно, что второй интеграл будет легче простого первого. И поэтому, что тут У и В, выбирать что за У, что за В, зависит от вас. Вот. И тот, кто таким опытом обладает, он такой У подберет из того, что есть под знаком интеграла, находится какая-то функция f от x. Вот он часть этой функции обозначит буквой У, а все остальное это будет dv, то есть v' на dx, это dv. Вот. Дальше это переделывает в надежде на то, что v на u' от x он сможет посчитать. Тогда это считается, но u и v мы знаем, поэтому вне интегральный член тоже легко считается. Ну, доказательства здесь еще короче, чем у формулы Ньютона-Лейбница. Хотя эту формулу Ньютона-Лейбница она использует. Значит, мы считаем доказательства. Мы считаем интеграл от А до Б от вот этого выражения сразу. У на В штрих, я же аргумент не пишу, плюс У штрих на В dx. Вот считаем такой интеграл. Значит, все, что мы предположили, это непрерывность, кусочная непрерывность функции u, v, u' и v' гарантирует нам то, что под знаком интеграла находится кусочная непрерывная функция, которая имеет интеграл. Вот. Значит, другое, мы замечаем, что то, что стоит под интегралом, есть не что иное, как дифференциал от произведения функции u от x на v от x. Вот. А если мы говорим, что под знаком интеграла стоит дифференциал от некоторой функции, то это означает, что дифференциал и есть первообразная этой функции. Правильно? Вот то, что стоит под дифференциалом, есть первообразная. Потому что ее производная равна той функции, которая стоит под интегралом. Значит, это вот эта функция g от x. У от x. Вот, значит, она первообразная. А раз она первообразная, то тогда, значит, это есть значение первообразной g от x. Это по форме Ньютона-Лейбница. От а до b. С другими словами, это u от x на v от x подстановки от а до b. Ну, дальше разбиваете интеграл сумму в сумму интегралов, свойства линейности интеграла, переносите один из интегралов слева направо и получаете ту формулу, которая, собственно, и есть. Я, значит, небольшой все же пример разберу применение этой формулы. И потому что этот пример вот такой замечательный. Вот. Просто он, чтобы продемонстрировать еще один способ интегрирования для интегралов Риммана, который называется сведение к итеративной какой-то формуле. То есть параметр некий вводится, и вот по этому параметру получается некая формула. Сейчас вы увидите, этот способ называется итеративным. Вот пусть и m – это интеграл от нуля до пи пополам от синуса степени m x dx. Вот тут параметр m. Ну, m, конечно, это целое число, это натуральное даже число. Вот. А нам нужно, хотелось бы знать значение этого интеграла. Все же здесь вполне определенность такая есть. От нуля до пи пополам берется только интеграл. Ну, вот неопределенность в том, что m разные, да. Если m равно единице, то и считать нечего, потому что от синуса интеграл первообразно имеет минус косинус. Подставляете туда 0 и пи пополам, и вы получите
ответ, да, который будет равен единице просто. Вот. Так что мы считаем этот интеграл не для того, чтобы там использовать его для m равно там единице, да. Даже двум, так сказать, тоже проблем большой нет, да. А вдруг какие-то большие, нельзя ли воспользоваться какой-то такой вот процедурой для вычисления такого интеграла в более общей ситуации, да? Вот, оказывается, такая возможность есть. Давайте мы применим к этому и m, применим значит, вот ту конструкцию интегрирования по частям. Значит, какие мы части тут организуем? Значит, интеграл от нуля до пи пополам. Один синус я отщеплю и отправлю его под знак дифференциала. То есть синус будет в степени уже минус 1 х, а здесь будет d от минус косинуса х. Вполне такое возможно, правильно? Потому что дифференциал от минус косинуса – это как раз синус и есть, собственно. Вот это у меня u, вот это у меня v. Правильно? И у меня есть интеграл u dv. Значит, тогда согласно формуле интегрирования по частям, это будет u на v. Значит, по-нашему это синус. Минус я сюда отправлю. Степень минус 1 х умножить на косинус. Вертикальная черта 0 пи пополам. Это интеграл от u на v. Минус, наоборот. Ну, минус, который v до u, да? Значит, минус, который здесь стоял, приведет к тому, что здесь будет стоять плюс. Здесь тоже интеграл от нуля до пи пополам. Значит, и будет стоять косинус x. Ну, минус я уже учел, значит, косинус x. На дифференциал синуса в степени m минус 1. То есть, это будет m минус 1 на синус в степени m минус 2 x. Это я пока производную взял от степени. Потом беру производную от синуса, это косинус x. Я его напишу здесь квадрат. И это уже будет производная синуса и dx. Выражение, которое стоит вне интегральным членом, вот здесь. Очевидно, оно равно нулю. Поскольку подставляя пи пополам, мы косинус пи пополам будем иметь нулем. А подставляя ноль, мы будем синус иметь нулю. Поэтому в любом случае это ноль. Ну, а это во что превращается? Превращается в m минус 1, вынесенный за знак интеграла. Косинус превращается в единицу минус синус в квадрате x. Ну и синус в степени минус 2 x dx. От нуля до пи пополам. Равно. Ну, дальше я произвожу умножение под знаком интеграла. Значит, у меня будет чего? М минус 1 на интеграл от синуса в степени m минус 2. То есть, по-нашему, это и в степени m минус 2. Такой же интеграл, но только параметр у него на 2 единички меньше. И минус m минус 1 на синус в степени m. То есть, это наше и m. Видите, я перевел интегрирование в какое-то такую алгебраическую итерацию. Я сейчас это и m переведу налево, и у меня будет отсюда следует, что m минус 1 плюс 1 будет m, m и n, и m равняется m минус 1 и m минус 2. Ну, или другими словами, последнее. Вот я выразил и m через и m минус 2. Вот такая итеративная формула. Чтобы ее запустить, да, чтобы запустить вот эту формулу, я должен, ну, допустим, знать и 0. То есть m равно двойке подставить будет и 0. И 0 это у меня просто интеграл
Значит, и 0. М равно 0, вот здесь, да? Получается интеграл от единицы. Это просто пополам. Длина промежутка, не более того. Вот. Зная и 0, и М равно 2, соответствует здесь и 0, да? Будет 2 минус 1 делить на 1 вторую, я сразу получаю и 2 равное 1 второй от пи пополам. Пи на 4 стало, да? Но это и 2 я опять подставляю сюда. Вот сюда. Это уже у меня будет m равно 4, да? Значит, у меня и 4 я получаю легко, да? М у меня 4 будет 3 четвертых на 1 вторую на пи пополам. Значит, это и 4. Ну, понятно, что будет дальше происходить, более-менее, да? Видите, тут каждый раз 1, 3, в следующий раз будет 5. Да? А здесь вот 2, 4, ну, следующий будет, естественно, на двойку больше, да, шестерка, ну и так далее, да. Если у меня m равно, там, допустим, 2k, четное число, да, то я вполне могу это написать ответ. Значит, для четных m, то есть вида 2k, значит, здесь у меня будет произведение всех чисел нечетных, да, в числителе всех произведений нечетных чисел. Вот как здесь 1, 3, ну и так далее, 5, там и так далее. До последнего это 2k минус 1. 5, да, ну и так далее. А здесь будет что? 2 стоит, да? 2, 4, 6. И так далее, ну, до того самого 2К, который здесь стоит. Ну, и все это будет умножаться на пи пополам. Значит, это можно немножко написать более структурно так. Значит, это нечетные числа. Они обозначаются 2К минус 1 двойной факториал. Двойной факториал. Деленное на 2К двойной факториал. Умножить на пи пополам. Этого не надо бояться, так сказать, этих двух факториалов. Это просто некое обозначение. Вот употребляем в такой ситуации, в которой мы оказались. Мы знаем, как устроены, но там стоит многоточие. И вот двойной интеграл, собственно, и заменяет это многоточие. Он говорит, что надо брать произведение всех чисел, структура которого... Вот та, что написано под двумя факториалами, 2k минус 1, это нечетные числа. Произведение всех нечетных чисел от единицы до самого последнего нечетного числа, которое стоит здесь, 2k минус 1. А в знаменателе стоит наоборот, произведение всех четных чисел от первого четного числа двойки до последнего числа, которое написано под двойным факториалом, 2k. Это будет четное число. Умноженное пополам. Да, первый вариант. Ну, а если мы захотим положить m равно 3, m равно 3, то тогда и 3 по этой формуле, да, будет равно, тройку подставляю, 3 минус 1, 2, делить на 3, и 1. А что такое и 1? И 1 это интеграл от синуса. Я уже его как прочитывал. Интеграл от синуса минус косинус первообразный. Подставляем пи пополам 0. Подставляем 0. Минус единица. Да, минус косинус, минус единица. И вычитать нужно. Значит, единица. Значит, и 1 равняется единице. Значит, получается просто 2 третьих. Ну, я так условно пишу на единицу, но для того, чтобы ее поддерживать. Так, ну а дальше... Дальше будет следующий m равно 5, значит, будет и 5. Будет 5 минус 1, 4, деленное на 5, чего? И 3, да?
Значит, еще раз поставляем 4 делить на 5, на 2 делить на 3, ну и 1, единица. Да? Вот. Ну и так далее. Тут можно опять поставить многоточие. Вот. И видите, тут в числителе будут накапливаться произведения четных чисел. 2, 4, 6, следующий там и так далее. А здесь произведение нечетных. 1, 3, 5 и так далее. То есть при m равняется 2k, допустим, там плюс 1 или минус 1, неважно. Это нечетные числа. И 2k плюс 1 будет равно, значит, произведение всех m минус 1, здесь последний, да, стоит m минус 1, а тут 2k минус 1, 2k. Значит, 2k это будет последнее четное число, которое стоит в числителе. Значит, будет 2k двойной факториал, а в знаменателе будут нечетные, там 3, 1, 3, 5 и так далее. Значит, это будет 2k плюс 1, само m, да, двойной факториал. Умножить, ну, и на единицу, там можно это писать, можно не писать. Вот. Значит, мы получили некие формулы, смотрите, их можно занести в таблицу. Если вдруг нам нужно будет считать интеграл от синус четвертой степени, ну, правда, на интервале от нуля до пи пополам, да? Верно? Вот. То тогда считать его не надо, а не дай бог восьмой степени, да? Вот. Тогда это было бы, так сказать, другими способами и тяжеловато, может быть. Да, ну сейчас мы сделаем тогда перерыв, вот, перерыв, и вернемся через 4 минуты в аудиторию и продолжим наши разговоры.
Так, ну что, давайте продолжим. Продолжим. И следующий параграф это формула замены переменной. Давайте тоже будем называть формула. Формула замены переменной. Переменной. В интеграле Риммана. Ну, вот в том интеграле определенном, который есть. О чем здесь идет речь? Значит, во-первых, есть, значит, что такое замена переменных вообще, что, как мы это понимаем. Значит, у нас есть отрезок, вот я так, значит, замена переменной. Что это такое? Значит, у нас была переменная x, да? Вот, а или там u, там, неважно. Вот, значит, вот у нас есть здесь u, здесь t, вот это новая замена переменная, новая буква переменная, новая переменная. Значит, здесь есть ab, это тот отрезок, на котором эта переменная u располагается, старая переменная, так сказать. А вот новая переменная, она располагается на отрезке альфа-бета. Альфа-бета. Ну и представляет собой функцию некую u, есть u от t. Значит, одно требование, чтобы вот это альфа, то есть u от альфа, соответствовало a. А u от бета соответствовало b. То есть она должна переводить вот отрезок альфа-бета, ну, находить соответствующие образы на отрезке AB. Но совсем это не значит, что функция вот, может не быть вот такой, допустим, там вот такой, такой, вот такой. Вот. Даже я еще более экзотичный ее нарисую. Сейчас я уберу вот это вот. А значит, и позволю себе вот так нарисовать. Значит, это у меня, да? Вот так вот. Я, значит, с этой точки. Вот у от альфа есть а, да? Я пошел вниз, потом вверх, потом сюда вернулся. Вот. Значит, это у меня u от альфа равно а, u от бета равно b. Вот я это дотянул сюда вот, именно до b, да? Вот так вот, вот, вот так вот. 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 Но вообще говоря, это не значит, что все значения функции u от t, они вот помещаются на весь отрезок а, b. Это не обязательно. Вот я здесь, видите, написал так, что здесь вот минимальное значение u, давайте его а большое, так сказать, обозначим, минимальное значение. А вот это вот максимальное значение u, да, вот здесь, вот оно вот такое. На этом отрезке альфа-бета оно приняло значение такое. И вообще говоря, значит, область значений функции u, она определена на отрезке альфа-бета, но вообще говоря, область ее значения – это у нас Е, да, ЕУ, это, вообще говоря, отрезок А большое, Б большое. Больше, чем, ну, отрезок АБ должен содержать внутри себя, естественно, А маленькое, Б маленькое, потому что А большое, А маленькое есть значение функции У в точке альфа, то есть она обязательно А принадлежит отрезку А большой, Б большой, и Б также принадлежит. Значит, и весь отрезок принадлежит этому области значений. Вот что такое замена. Замена переменных. Значит, мы считаем интеграл от F от U до U, да? Изначально там от А до Б. Я здесь не пишу букву X, потому что, ну, как бы, X у нас слишком часто употребляется. Вот, а здесь вот, ну, сменил
буквы для интегрирования буквкой У. Вот. Значит, теперь в чем, собственно, стоит сама теорема? У теоремы должно быть условие. Это обязательное требование к любой теореме. Да? Так вот, мы будем требовать, что, во-первых, F от U, теорема, формула, да? Название формула замены переменной. Значит, что же мы требуем? Мы требуем, чтобы функция f от u, значит, она была бы непрерывной. Непрерывной. Это первое условие. F от U непрерывно. Не на отрезке, а маленькая, B маленькая, где можно было подумать, поскольку интеграл стоит от A до B маленькая здесь, да? А на большом отрезке A, B. Непрерывно на отрезке A, B. Дальше второе условие, которое мы требуем на замену переменных на функцию U. Во-первых, функция U должна иметь производную. Будем предполагать, что у-штрих существует у-штрих у нашей функции от t, да? И эта функция непрерывная. Ну, естественно, альфа-бета, да? То есть у нее существует производная, и она непрерывная. Можно потребовать кусочной непрерывности. Это, так сказать, проблем большой нет. Ну, мы уж, так сказать, здесь в теореме не будем там разбиение, да, устраивать, в каждом разбиении доказывать эту формулу, это не будем. Вот. Значит, вот мы доказываем непрерывность, да. Вот. И значит, еще от этой функции требуем, чтобы, ну, то, что было написано наверху, это u от альфа равно а и u от бета равно b. Это, так сказать, требуется от замены переменной. Значит, тогда, говорит теорема, имеет место формула. Значит, там интеграл от a до b, f от u до u. Функция непрерывна, поэтому существует такой интеграл. И вот интеграл от альфа до бета, который, под интегральной функцией которого есть результат подстановки вместо u самой замены переменной. И вместо du тоже производной этой функции u' от t на dt. Вот. Значит, то есть вновь построена такая функция. Оказывается, интеграл дает один и тот же. Собственно, теория, формула интегрирования по частям. Сейчас, простите. Да. Вот. Ну, доказательства ее тоже не особо сложные, поэтому сейчас мы давайте его быстренько приведем. Это доказательство. Вот. Значит, ну, начнем с того, что функция f маленькая имеет первообразную. Значит, это букву f большой мы всегда для первообразной. Могу внизу написать f. Да, это первообразная. Первообразная функции f от u. Вот. Тогда мы с вами при доказательстве соответствующей теоремы для неопределенного интеграла, значит, мы это из формулы, значит, замена переменных для неопределенного интеграла, неопределенный интеграл. Мы доказывали там, что функция f большое, в которой вместо аргумента u подставлена замена, вот, тогда вот эта функция является первообразной
функции вот этой, которая стоит под знаком интеграла второго. Значит, функции f от u от t, u штрих от t. Ну, действительно, ее производная, как производная сложной функции, дает вот такой, сначала производная внешней функции, это f маленькая, взятая в u от t, умножить на производную того, что она была. Так что это вот первообразно. Значит, отсюда следует, что значит, если g от t это любая первообразная вот этой функции f от u от t, u штрих от t, то разница между этими первообразными константами, то f с индексом f маленькая u от t, это одна первообразная, и вторая первообразная g, и разница между ними констант, плюс c. Значит, это просто по структуре таких первообразных. Ну, давайте применим формулу Ньютона-Лейбница для вычисления первого интеграла, интеграла от а до b, f от u до u. Это то, что стоит в левой части формулы замены переменной, вот этой самой формулы, да? Вот. Это по форме Ньютона-Лейбница, это и значение f от b минус f от a. Это Ньютон-Лейбниц, да? Поскольку f от b была первообразной. Вот. Значит, дальше мы подставляем вместо f от b, вот по этому равенству f от u от бета, это наша бета, b, да, и минус f от u от альфа. Потому что u от альфа равняется a, не что иное. Вот. Значит, эта величина с учетом вот этого равенства, да, я вместо f подставил бы функцию g, и получил бы плюс c, константы c сократились бы, правильно, в разности. Поэтому это получается g от альфа минус g, g от бета, простите, g от бета минус g от альфа. Возвращаемся к формуле Ньютона-Лейбница опять. Разность двух значений первообразной точки А, Б. Есть интеграл от альфа до бета f от u от t, той функции, первообразной которой она и была, f от dt. На это, собственно, доказательство заканчивается, потому что мы взяли левый интеграл и пришли к правому интегралу. И они оказались связаны значком равенства. Ну, небольшой пример, совершенно незначимый. Это не значит, что, так сказать, это вот пример, который научит вас пользоваться формулой замены переменных. Нет. Значит, формула замены переменных обучается на множестве примеров, где вам формулу, саму замену надо еще выдумать. Но пример забавен скорее по своей структуре. Вот. Поэтому я его сейчас приведу. Значит, пример. Ой. Пример. Значит, оказывается, для любой непрерывной функции справедливо такое равенство. Интеграл от нуля до b какого-то, от функции f от x до x, всегда равен интегралу от нуля тоже до b от b минус x dx. То есть, если мы как бы аргумент считаем от нуля, то здесь мы считаем от правого конца. Значение функции берем не в нуле, а в b. Ну и потом сдвигаем x, и функция с другой стороны как бы пробегает отрезок 0b. Вот такое, это значит доказать.
вот доказать, что имеет место вот такая формула. Ну, давайте докажем, что... Ну, ее, конечно, можно использовать тоже. Видите, как от нуля до b, от нуля до b. Вместо x выгодно вам подставить b минус x. Иногда бывает, да. Значит, поэтому сводите к другому интегралу. Более простому, возможно. Итак, значит, доказательство. Делаем замену переменных. U равняется b минус x. Значит, раз b минус x, x равняется b минус u, dx равняется минус du. Теперь куда чего отображается? Значит, если мы в этой формуле подставляем x равно нулю, получаем u равно b. Подставляем x равно b, получим u равно ну, да, нулю. U равно нулю. Значит, теперь, применяя доказанную формулу интегрирования с помощью замены переменных, тут не a, а 0, от нуля до b, f от x dx, нужно написать альфа-бета свое, это интервал, где меняется, значит, сама замена u, значит, а он меняется от b при x равно 0, значит, 0 соответствует b, а зато b соответствует 0. Интеграл от b до 0, значит, дальше f стоит от u, вот здесь b минус x, а b минус x есть u, и вместо dx пишем минус du. Значит, минус употребим на то, чтобы переставить местами пределы интегрирования. Значит, это будет интеграл от нуля до b, f от u du. Ну, а это уже совершенно не важно. Так, сейчас я что такое написал-то? Я не тут написал, сейчас момент. Вот здесь я не тут написал. Так, где у меня... Вот тут. Значит, здесь я левую часть напишу, правую часть. B минус x dx. Вот. Взял левую часть этого равенства и вот здесь поставил вместо b минус x u, да? А вместо dx поставил минус du. Значит, получил f от u du, но это все равно, что f от x dx, да? Потому что какой буквой обозначить переменное интегрирование не играет никакой роли. Вот мы такой пример немножко установили. И теперь, значит, переходим к следующему пункту. Это прям как у вас, как билеты печатают, да? Название, доказательство. Только осталось билеты написать, и все. И вот первое. Здесь еще следующая теорема. Теорема о среднем. Теорема 2 о среднем. Теорема 1 о среднем была у нас в свойствах интеграла. Там тоже называлась свойством... свойства о среднем, ну, теорема о среднем, да, существование такого значения c, в котором значение функции равно среднему значению интеграла. То есть интеграл на отрезке от a до b функции, деленные на длину отрезка интегрирования. Вот. Есть некоторые значения. Вот эта теорема немножко усилит эту первую теорему о среднем, которая содержалась. И в билете вполне возможно у вас будет так: теоремы о среднем. То есть вы должны будете установить теорему в свойствах и теорему ее обобщающую. На самом деле, в качестве еще одной теоремы о среднем я тоже приведу формулировку ее. Вот. Но доказательства в лекциях будет, которые я вам пошлю, да? Но уж три теоремы о среднем я не буду включать в билеты.
Первые две вполне, ну, имеется в виду с доказательством. Вот. Хорошо. Давайте об условиях поговорим. Значит, есть две функции. Значит, пусть f от x есть, ну и фи от x. Это функции, которые непрерывны на отрезке АВ. Это раз. А второе, они еще удовлетворяют такому условию, значит, что φ от x не отрицательно на этом отрезке. Не отрицательно. На АВ. Вот. Значит, тогда, говорит теорема, существует такая точка С на отрезке АВ. Это средняя точка, поэтому название теоремы — теорема о среднем. Такая, что интеграл от А до Б произведения этих функций f от x и f от x может быть представлен как значение функции в некой этой точке промежуточной С на значение интеграла только от одной функции, от фи от x. Вот такой смысл теоремы. Видите, интеграл у нас берется от двух функций, от произведения двух функций. Вот одну из них мы можем вытащить за знак интеграла, но только не в точке x значения, а в точке какой-то c, которая должна существовать, лежащей на отрезке АВ. Ну, доказательство этой теоремы тоже несложное. Вот, поэтому я сейчас быстро его приведу. Вот так. Значит, для этого нам нужно немножко вспомнить то, что мы делали в свойствах. Значит, функция f от x непрерывна. На АВ, да? Отсюда следует, что существует у нее минимум и максимум на этом отрезке. Это для любой непрерывной функции, такую теорему мы с вами доказываем. Существует минимум функции f от x на отрезке АВ. Этот минимум обозначен буковкой m маленькая. И существует максимум той же самой функции на том же самом отрезке. Ну, обозначим его буквой m большой. Вот существует такое, такие два числа. Ну и, конечно, мы знаем, что область значений непрерывной функции всегда есть именно тот самый отрезок m маленькое да m большое. Потому что m маленькое и m большое достижимы в этом для непрерывной функции. То есть найдутся такие точки, в которых значение функции равно m маленькое, и найдется точка, в которой m большое. Ну, а никаких других значений она принять не может, а все промежуточные между минимумом и максимумом принимает. И поэтому вот это называлось теорема о структуре множества значений непрерывной функции на отрезке. Ну, а дальше мы давайте проведем некую серию неравенств. Значит, ну, по смыслу самому справедливо вот такое неравенство. F от x – это для всех x на отрезке AB, да? Потому что m было минимальное, почему же это такое? Конечно. Вот. Дальше, фи от x было положительные числа, да, но не отрицательные. Значит, поэтому мы можем неравенство умножить справа-слева на функцию фи от x, и оно не испортится, это неравенство, останется таким же самым. M на фи от x, а здесь m маленькое на фи от x. Это мы использовали условия теоремы о неотрицательности значения функции фи. Теперь следующую теорему, которую мы используем, это возможность интегрировать неравенство. Это было одно из свойств
интеграла Риммана. Мы можем интегрировать неравенство. Вот о чем идет речь. Ну, давайте проинтегрируем, правильно? Значит, здесь поставим e интеграл от a до b m фи от x до x. Здесь поставим интеграл от a до b. При этом, значит, знаки неравенства сохраняются. И для интегралов, да? Значит, интеграл от a до b m фи от x dx. Значит, это вот у нас было возможно сделать. Значит, теперь следующий момент тоже согласно свойствам интеграла. Мы можем выносить константу за знак интеграла. Значит, это будет m на интеграл от a до b фи от x dx. Ну, здесь то же самое останется. Интеграл от a до b f от x на фи от x dx. И с этой стороны стоит m, вынесенный за знак интеграла, а здесь интеграл от a до b вот эта самая функция фи от x dx. Еще раз используем свойство неотрицательности функции фи. Вот этот самый интеграл, он же здесь, да? Число какое-то. Давайте я его буквой G здесь обозначу. G. И G больше нуля. Вот что мы используем, неотрицательность. Потому что функция фи от x, мы сказали, что она непрерывна. Вот. И если она не тождественна 0, ну, а тождественна 0 нас не очень интересует, да, это неинтересный случай. Да, чтобы считать интеграл от функции равной нулю. Что это за дело? Вот. Значит, это число больше нуля. Строго больше нуля. Потому что если оно ноль, интеграл ноль, и функция непрерывна, мы с вами доказывали, что сама функция ноль. Вот. Значит, делим на него. Получается, что единица, деленная на g, интеграл от a до b, f от x dx, фи от x dx, лежит между m маленькое и m большое. То есть принадлежит отрезку m маленькое, m большое. С учетом того, что m маленькое, m большое – это область значений функции f, вот, мы можем сказать, что вот это значение – вот это весь единица на g умножить на интеграл, оно принимается. То есть отсюда следует, что существует некая точка c, принадлежащая отрезку AB, для которого вот это значение равно f от c. То есть единица на g, интеграл от a до b, f от x, g от фи от x dx. Значит, вот получилась такая история, что все, собственно, доказано. Умножайте на g, и вот у вас стоит вот это само выражение. Вот этого, сейчас мы его опустим немножко. Вот видите, вот это и есть g, да, в наших обозначениях g. Мы на него разделили, а сейчас можем умножить. Получается f от c на интеграл. Конечно, эта теорема является обобщением первой теоремы о среднем. И именно, действительно, если фи от x просто тождественна единице, да, то тогда интеграл от f от x dx, деленное на интеграл от функции фи, а интеграл от функции фи – это длина промежутка, то есть b минус a, единица делить на b минус a умножить на интеграл от f от x dx, равен значению некоторой промежуточной средней точки отрезка AB. Это как раз была первая теорема. Вот. Еще сформулирую, ну, уже доказывать не буду. Она написана, доказательство. Посмотрите сами, те, кто интересуется. Вот.
Теорема 3 тоже называется теорема о среднем. Она доставляет нам некую точку С, промежуточной точки между отрезки АВ, в которой другое соотношение выполняется, да? Как устроены все теоремы о среднем, и не только для интегралов, как вы помните, но и для производных, да, это теорема Лагранжа, Каши, там вот те, там то, что у нас Ролля, это все теорема о среднем для производных, так они назывались. Ну, а у нас для интегралов на этот раз. Вот, значит, о чем идет речь в этой теореме? Ну, тут все то же самое. Значит, пусть f от x и φ от x непрерывные функции. Непрерывные функции на b. На b. И что еще? Значит, φ от x больше равно нуля, так же как предыдущая теорема. Вот. И мы здесь добавляем, что фи штрих от x существует, и она меньше нуля. Вот такое условие здесь мы дополним. Вот такие функции с такими условиями. Тогда, говорит теорема, существует некая С на отрезке АВ, такое, что имеет место равенства. Ну, тот же самый интеграл от А до Б, f от x, φ от x dx, интеграл от произведения равен значению функции φ в точке А умножить на интеграл, но не по всему отрезку, а только интеграл от А до С, до той точки средней, которая на отрезке АВ находится. Ну, уже от функции f от x. То есть здесь мы во второй теореме мы вытащили как бы значение f в какой-то точке за знак интеграла, а здесь мы вытаскиваем значение φ в точке А, но зато c уходит в переменную интегрирования, то есть верхний предел интегрирования. В это легко поверить, потому что при условии φ от x больше нуля, а φ штрих меньше нуля, φ от A это самая большая точка, самое большое значение функции φ, правильно? Функция убывает положительно, это ее самое большое значение. Значит, если мы φ заменяем самым большим значением, да, то, естественно, интеграл от этого уменьшается. Вот, при положительном φ от x, да, уменьшается. Но вот эта компенсация этого убывания, уменьшения, состоит в том, что интегрируем мы не на отрезке а до b, а то до c некоторого, от той же функции f от x до x. Значит, эта теорема без доказательства в билетах будет, потому что, ну, три теоремы о среднем – это перебор. Вот, но доказательство само вы, конечно, можете обнаружить. Так, ну, следующее мы начинаем следующую, значит, тему. Это приложение определенного интеграла, ну, и интеграла Риммана. То есть в первой части, значит, мы разговора об определенных интегралах мы сказали, что это такое и какими свойствами он обладает. Во второй части мы хотели ответить на вопрос, а как это считать? Да, поэтому вынуждены были и формулу Ньютона-Лейбница доказать, и там предложить способы интегрировать по частям,
там делать замены переменных. То есть как считать эту величину? Вот. А в-третьем, мы должны будем ответить на вопрос, а зачем это считать? То есть для, что с помощью интеграла можно считать? Вот первое, важный момент, это вот площадь. Площади можно считать с помощью интегралов. Но для того, чтобы сказать, что площади можно считать, нужно прояснить очень такой темный вопрос в школе. Это а что такое площадь? Вот без этого ответа на этот вопрос сказать тогда мы умеем считать площадь криволинейной трапеции, допустим, да? Верно? Значит, ну, на интуитивном уровне мы представляем все это себе, поэтому в школе не заморачивается, поэтому не объясняет, что такое площадь. Что там ее объясняет? Вот видишь картинку, вот у нее есть площадь, вырежь ножницами, значит, на бумажке, и вот ты получишь фигуру, площадь ее, да, и что же, она не существует, что ли? Правильно? Ну, да. Вот. Значит, ну, сейчас нам нужно будет ответить на вопрос, что такое площадь. Вот это важный, важный момент, который, я думаю, у меня предосталось 7 минут, но ничего. Сначала, что такое площадь? Вот, вот есть некая фигура, да, вот некая фигура на плоскости, вот такая. Значит, у этой фигуры, значит, да, вообще есть фигуры такого простейшего плана, да. Это фигуры, составленные из прямоугольников. Вот я нарисовал такой, так сказать, образец фигуры, составленные из прямоугольников. И стандартные фигуры. Вот тут не надо знать, что такое площадь. Потому что мы знаем, что такое площадь квадрата со стороной 1 на 1, да? Мы можем, знаем, что такое площадь прямоугольника. Это произведение его сторон. Всегда вот такую стандартную область, которая составлена из прямоугольников. Она составлена из прямоугольников, причем собрана так, что они граничат только по стороне. Вот не какие-то там прямоугольники вот так вот, а следующий вот какой-то такой вот там, да? Нет, нет, вот это вот нет такого. Вот, они, вот я специально разбил на прямоугольнички, и вот эти прямоугольнички касаются, составлены так, что они вот только по стороне. Вот этот прямоугольник, или по части ее, да, вот этот прямоугольник, который здесь стоит, вот здесь, да, он вот с этим прямоугольником контачит по стороне, и с этим контачит по стороне, и так далее. Вот. Вот это, значит, фигуры, будем называть так, как бы, как их надо назвать-то, кусочные, сейчас. Да, и объединение прямоугольников, вот это. Да. Что же я тут не придумал название, что ли? Объединение конечного числа прямоугольников, пересекающихся только по границе, да. Ну ладно, черт с ним. Стандартные. Стандартные. Идет что-нибудь в голову, что-нибудь другое заменим. Вот. Значит, эти стандартные фигуры, они могут лежать внутри данной. Данной фигуры, да, данной области D, да, или G, G, вот, внутри, тогда они будут называться G-пин, ну, по известным причинам, внутри лежат, да, вот, а может так случиться, что эти стандартные области, они содержат в себе G, тогда это будет G-он. Одна на одни такие вот, а вот, вот ступенчатые, стандартные не нравятся мне. Давайте ступенчатые. Да.
Ступенчатые, понятно. Значит, ступенчатые. Тая область. Именно область составлена из объединения прямоугольников. Ничего другого нет. Значит, среди них есть же он и же ин. Что такое? Ну, площадь мы будем обозначать мерой. Значит, это мера, буква мю, обозначается области же. Это на плоскости, это площадь. В пространстве это будет объем. Ну, на длине это будет, на кривой это будет длина. Ну, мера, мы одно слово будем употреблять, но там тут разночтения не бывает, потому что площадь – это мера на плоскости. Да. Сейчас мы занимаемся на плоскости. Вот это мера. Значит, что же тогда мы можем сказать, что каждой области приписать два числа. Это называется мера с палкой внизу. Да? Это у меня будет, давайте так сказать, супремум. Мер жеин. По всем жеин. Что такое мера жеин, мы понимаем. Это сумма площадей прямоугольников, составляющая жеин. Ин – это внутри. Значит, внутри они, значит, имеют меру меньшую, чем же. Правда, мы еще не знаем, что такое мера же, но все равно она внутри находится, да? Поэтому, если уже будет мера, то она обязательно должна быть больше или равна, чем мера любого же ин, который внутри нее лежит, да? Это аксиомы меры, как бы, да, тут срабатывают. И есть еще мю с палкой наверху же. Это касается инфинума, нижней, точно нижней грани, мер жеон, соответствующий в области же. Ну, а инфинум берется по всем жеонам. Их много, естественно, да? Значит, понятно, что мы берем объемлющий ступенчатую область, да, объемлющую для же, а потом берем минимальное из возможных объемлющих так и фигур, инфинумы этого выражения. Вот. Ее называем мю с палкой наверху, и называется верхняя мера. Это верхняя мера, а это нижняя мера. Ну, понятно, что это такое, да, теперь, что такое верхний и нижний. А вот теперь определение. Значит, область G измерима, а скобочка это имеет меру, да? Имеет меру. Или все равно, что имеет площадь, да? Если верхняя мера равна нижней. Вот если же такова, что эти две верхние и нижние меры совпадают, а что это такое, мы объяснили. Почему существует нижняя мера? Да, посмотрите внимательно. Же-ин, все же-ин, находятся внутри любого жеона, правда? Потому что они находятся внутри области, а область находится внутри жеона. Значит, поэтому площадь жеина всегда ограничена. А любое ограниченное множество числовое имеет, как известно, супремум, правильно? Ограниченное сверху. И то же самое можно сказать про же сверху множество. Значит, все жеоны, они по площади больше, чем любой жеин. Да? Зафиксируем жеин каким-нибудь маленьким квадратиком, лежащим внутри области же. И все жеоны имеют меру, ограниченную снизу. Ну, всякое множество, ограниченное снизу, имеет верхнюю
вот эту самую инфинум, да, нижнюю грань. Вот, она называется вот верхней мерой. Вот если эти две величины одинаковые, да, все, мы говорим, что это и есть площадь. Я вынужден уже заканчивать, потому что уже время прошло. Это и есть площадь области G. В этом случае это число. Вот. Вот мы сказали впервые для вас, что такое площадь. Вот это оказывается такая конструкция, при котором нижняя и верхняя меры для этого совпадают. И тогда это число и называется совпадающее, называется площадь. Какие области измеримы, мы поговорим в следующий раз. Вот, есть такой термин, в которых можно сказать, когда область измерима. Открою вам секрет. Тогда, когда ее граница имеет меру 0. Вот эту теорему мы докажем. Ну, а потом выясним, какое отношение эта мера имеет к интегралу. Да? Называется прямое. Вот на этом мы сейчас заканчиваем. 53. Ну, надеюсь, что в следующий раз мы встретимся. И интернет нас не подведет. Да. Все, на этом заканчиваю. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Да. Это что я такое должен тут?